Привет! Сегодня буду снимать видео о своих ранних подарках на Новый год, которые пришли, скажем так, заранее. Итак, во-первых, вот была такая ошибка на Алиэкспрессе, и моя подружка случайно прислала мне заранее вот такую вот подвесочку для сумочки с разными маленькими символами медицины. Я учусь в медицинском университете. Здесь вот такая вот шприц сумочкой для лекарств. Вот такой вот стетоскоп. И вот такой вот маленькое сердечко с шляпкой доктора. А на монетке написано do what you love what you do. Делай то, что тебе нравится, а люби ты то, что ты делаешь. Я уже повесила ее на свою маленькую сумочку, с которой я хожу иногда, скажем так, на маленькие прогулки. Вот. Дальше моей маме мой папа решил подарить новый чехол для телефона, потому что ее старый чехол не подходил. У нее оказался телефон Galaxy S7 Plus. Вот такой вот чехол. Он купил его на Амазоне фиолетового оттенка. Он стоил около 12 евро. Марка Mob SV, по-моему. Вот. А нет, Galaxy S9 Plus. Вот. И маме очень понравился этот чехол, потому что здесь, в отличие от других чехлов, резиновая вставочка, а не пластиковая. И она будет им с удовольствием пользоваться. Вот. Такие маленькие экстра. Дальше пойдут большие дела. Итак, вот в таком вот пакете с Амазона, с улыбкой, мне пришли сандалии. Летние сандалии от моего папы. Они сделаны из таких вот ремешков. Это кожаные ремешки. Стоили они около 14 евро. Я выбрала золотые, потому что ну, люблю все блестящее, люблю все разноцветное, в общем, вы меня знаете. И вот эта задняя часть, я уже их мерила, задняя часть немножко жестковата, передняя часть не жестковата вообще. Я не думаю, что нога будет как бы скользить вперед, потому что я выбрала как раз свой размер 38, как там и советовали. Вот, я сомневалась, потому что иногда я покупаю обувь в размере 39, а вот этот 38 как раз подошел как надо, и я решила купить 38 именно потому, что боялась, что нога будет скользить вперед. Это марка Find, марка прямо амазоновская, их фирменная. Вот, такая вот крышечка у этих сандалий. Дальше с марки сайта Eastpak. А мне пришла вот такая вот огромная коробка. Тоже подарок моего папы. И в этой коробке, как видите, здесь рисунки с всякими сумками. И как я заказывала, мне пришел вот такой летний рюкзак. Называется рюкзак в коллаборации с Marvel. Marvel — это такая компания, которая производит мультики, там, я думаю, многие слышали. В общем, мне очень понравился именно желтый цвет этого рюкзака. Не знаю почему, но мне давно хотелось именно что-то желтое в своем гардеробе, в своих аксессуарах. И как видите, здесь вот тоже сбоку здесь написано Marvel, здесь по центру, здесь и здесь.
надеюсь, что вот эти вот аппликации пластиковые не оторвутся. Они будут долго мне служить. Вот. Вообще, Испак славится своими рюкзаками, потому что у них рюкзаки очень долго служат. Также задняя часть здесь, это padded packer называется. То есть задняя часть здесь полностью твердая. Она не мягкая, здесь не один слой ткани, а именно уплотненная. И на этикетке написано, что ткань водоотталкивающая, что краска, которая была напечатана, сделана из соли, и что бумага смешанного типа, то есть, видимо, вот эта часть полностью переработанная, вот эта часть вставленная более нормального, скажем так, глянцевого типа. Вот такие вот мне пришли ранние подарки на Новый год. Большое спасибо всем за внимание и всем пока-пока.